Вот пока вода сливается, там уже чуть-чуть осталось. Я вам покажу, как выглядят на сегодняшний день другие аквариумы. Здесь на этом сучке два разных бриариума. Вот наверху верхняя часть покрыта коротенький бриариум. А здесь обезьяньи волосы подлиннее будут. Я знал, что существует несколько видов бриариума. Но когда рядом их сопоставил, то теперь видно разницу. Растет длинный, вот более коричневый, он быстрее растет, быстрее захватывает поверхности. А вот такой верхний, я несколько сажал кусочков, и у меня ничего толком с ним не получалось. Либо рыбы его, или крабы кто-то уничтожал, но они не разрастались. А вот этот большой, который в ширину растет, он теперь... Ничего, нормально выглядит и растет уже почти во всех аквариумах. Сегодня получил тесты 10 дней, 11 дней назад заказывал, только сегодня получил. То есть в Китае иногда быстрее приходят, чем здесь. Ужас какой-то. Надо поставить отрицательную отметку. Померил в аквариумах КХ. В этих десяточка у меня, где новая вода, десятки, в других похуже, восьмерки. Ну вот так банки выглядят. Эта сморщенная жопа не расправляется. Что-то такие красивые были. После замены воды он стал чуть побольше. Видимо, ему места мало здесь в аквариуме. Ну, вот так вкратце выглядят теперь банки с новой водой. Совсем по-другому.